have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы с вами будем продолжать следить за семьей Дерунов, которая состоит из мелкого крысюка, который уничтожает целые города, и мелкой же любительницы маленьких мальчиков, которая также жестоко уничтожает десятками других солдат. Также их отбитая мамаша и недоалхимик. Почти полная команда. Я не знаю, что с вот этим вот NPC, с лодочником. Что с ним будет, жив он останется или нет, потому что люди, которые с нами общаются, обычно долго не живут. Но посмотрим. Напомню, что они сейчас едут уничтожать Марсель. Ну, любое место, куда они приезжают, они его уничтожают, поэтому сейчас они отправляются в Марсель с понятно какими намерениями. Так, это Хуга, босс. Подними меня, я ничего не вижу. Это как? В смысле, он же только что не достал до окна. Даже маленький звездюк это понимает. Вообще, это интересно. Мелкий умеет поднимать толпы крыс, но почему-то его никто не слушает. Это интересно. Да, из-за тебя, но, по крайней мере, он, по-моему, единственный, кто тут это осознает. Не, ну, серьезно, по-хорошему, его нужно было бы просто где-нибудь потихоньку убить, и все. Да, жестоко, да, он маленький ребенок, но, черт побери, они уже два города сожрали. Я думаю, что это был бы нормальный обмен такой. Пилотировать лодку? Вы там нарулите, точно. We need to get him to safety, Amicia. Убери руку. It's not the same thing. You've seen what happens. The Order has people and equipment. They know how to handle this. This happened because of what you and this Vondar did to Hugo. Mother, shutting him away and keeping up with this torture will kill him. He's a child. He's a victim of all this too. He's my child. We are not enemies, Amicia. Блин, я на самом деле не понимаю эту фишку. Нет, если его смерть приведет к каким-то страшным последствиям, окей, но если его смерть это все закончит, извините, пожалуйста, просто за борт его, желательно с камушком на ноге, и все. Причем мелкий тут самый разумный, потому что он как раз понимает всю иронию событий. Но он мелкий, он не может самовыпилиться. Сейчас страшные вещи говорю, но все же... I think I see the problem. We'll take care of it together. All right, kids. I'll let you handle this. Hey, you can go back inside if you want. No, it's all right. I won't let you down. I told you. Mm-hmm. For now, we'll get that boat moving. Let you down. But it's not over yet. Yes. Go on. Thank you. Давай, убийственная дамочка. Играем за тебя? Играем за тебя. Так, игра, что ты от меня хочешь? Давай. Освободить лодку. Дайте из арбалета пострелять. Мне дадут из арбалета пострелять? Блин, это было бы классно. Ребят, извиняйте. Пишу очень поздно. На самом деле, такое тоже бывает, что мне уже начинает сон клонить, но надеюсь, сейчас что-то случится, от чего я рассмеюсь. И это меня взбодрит. Они уже толкали баллисту, так что они явно смогут столкнуть лодку.
там труп в воде? Погоди, там труп? Да-да-да, погоди, догоним, погодите, доберитесь, ага. Да, не спеша так. Ребят, вы там якорь киньте пока что. Хотя они скинули якорь, в смысле нас. Да, там трупец в воде, неплохо. Миссия, это не на время, надеюсь? А, тут тоже трупцы. Привет. По другим трупцам подходить не дают. Так, ну чё, шифтанем? А, не шифтанем. Тогда в куда я должен? Ага, я не могу тут стрелять. Ну, нам туда, значит. Поехали. Да. Да, абсолютно случайно. Вы тут вообще ни при чем и не виноваты, да? Отвезите Малого на остров. Туда крысы не доберутся, и все. Какой сайт? А насчет пика сайт, это, ну-ка, тут сундучок. Сундучок я возьму. Что мне по ресам вообще-то? Да, блин, как же это сделано криво и неудобно, чтоб тебя. Ладно, пока ресы есть, пока это есть, я не буду их дотрачивать до конца. Ну вот, песня прилипла. Не-не-не, вот это прикольно, вот это прикольно. Они могут сдвинуть лодку, но вот это бревнышко, она одна... Я же говорил, сейчас будет что-то смешное. Окей. Ладно. Насчет сдвига бревнышек и всякое такое, это вообще отдельная тема сейчас в новом God of War, но я думаю, вы в курсе. Проходить я его, естественно, не буду. А, они уже доплыли без нас, нормально. Да. Yes. Давай. Крысы! Тут вообще-то день. Да ладно, ребят, ну тут день, но это не смешно даже. Да, они боятся огня, но я думал, они в принципе света боятся. Идите нафиг с такими объяснениями. Так, давай сюда все. Так, ну давай. Да. We are. Run! Нормально. All right. That's the first step. We're surrounded. There has to be a way. Спирт. Those cranes. Yes. If they can move rubble around, then. And this one is a crane. Заберу. Я не буду оставлять ресурсы. Так, погоди. Кранк это, конечно, тоже хорошо. Куда? Вон туда. Вот это. Что будет, если мы покрутим? Что мы двигаем? А, я понял, что мы двигаем. Вот там сундучок. Lucas, a stupefaction would be useful. Yes. Move fast. Quickly. We don't have much time. It won't hold. There must be a counterweight. Так, да, я понял. Во-первых, вот это было зря. В смысле? А фиг ли ты не загорелся-то? А, первым рассеять, вторым поджечь. Окей, я понял. А, значит, Alt. Действие. What they're capable of now. They tore down an entire city. It will happen again if we keep ignoring Hugo's feelings. Hey, won't be enough. Валим! А куда? По
Погоди, но мне же туда надо. Да отойди ты, тупорылая. Мне что, банку придется кинуть туда, чтобы добраться? Что, это я забрал? Нет, не забрал. Дай сюда. Вот, тут спиртяжку опять надо сделать. Это мы сделаем, это мы сделаем, это я заберу. Значит. Почему оно не доворачивается до конца? Это же глупо. У меня есть, ну, у меня есть, да, банки. Вот так. Вот это, вот это, вот это, вот это. Да, теоретически этого не хватает. Мне нужно будет туда добраться. Блин, это... Ну, это косяк. Давай, действуем. Значит, нет, вот это, вот это, вот это. Работает оно все криво-косо, но... Yes, brilliant. Отлично. Опять спиртягу нам дают. Я сделаю максимум, я вообще не против. Так. Это получается, мне надо его теперь сюда. Ну, давай. Насколько далеко оно уедет? Он это поджег. Работает просто чудовищно криво. Ну? Ну нет же, ну перехвати ты его. Все, иди. Давай! Беги быстрее, шевели ластами. Нам туда. Минуточку. Вот это? Так, дружище, давай-ка ты вот это сделаешь. Lucas, that's up to you. Fine. Amicia, you should tell me what's on your mind. About what? That island. I know you. I told you, you have to pick a side. Done. Tell me when to let go. Now, I'm going. Come on, move it. Залезь скорей. Strike the ground with it. Go to those stairs. What is this? Hurry, it won't last long. Back, get back. They don't like it. Фига себе, какую штуку мне дали. Так, это оно зажгло. What was that? Pyrite, a mineral. I just grabbed some. Пирит? Погоди. А что, пирит у нас... Огнеопасенси?
seems to go all the way around. Hang on, Lucas! Take your time! As long as they don't climb up here. Беги! Беги, мелкий утырок! Мне придется еще одну потратить. Да ну не зацепляйся ж ты, ну будь ты человеком! Скорее! А как? А что мне с ним сделать-то? Я не понял. Что от меня хотят? Перевели через стройку. А, это я должен это пройти? Я думал, я его должен провести. Хорошо. А, так. Огонька еще сделаю. Да-да-да, синий. Прям вон палочки вон вижу. Она с ним еле ходит, как инвалидка. Ну все же, это хоть что-то. А обо что я его подожгу, извините? О, тут есть такая штука. У меня, правда, по-моему, нечем это... да, у меня ни инструментов, ничего нет. На самом деле, пофиг вообще. Вот это можно разбить. Чё, стой. И что? Не трогай меня. Грязное животное. Так. Я могу туда забраться, но зачем мне это? Зачем там палки? Стойте, я что-то не понимаю в этой жизни, да? Так. Оп, это я заберу. Куча крыс. Куча крыс. Я-то возьму, типа, я доберусь. Да, и что дальше? Иди быстрее. Так, сюда я без него не проберусь, да? Спасибо, игра. Я понял. Ага. Да-да-да, горячие. Так. Я могу чисто теоретически использовать палки для того, чтобы поджигать эту фигню, да? Ну, то есть, чтобы не эти огненные заряды не тратить. Да, могу. Сколько оно горит? Успею ли я открыть эту фигню? Нет? Вон там могу забраться. А, я понял, так мне туда и надо. Хорошо, пробуем.
И потом как-то попробовать его сюда протащить. Да не трогай ты, кинь. We have here. Оп, обратно. Вот нам надо было отстрелить эту штуку, чтобы мы могли потом через здесь бегать. Отлично. Зачем мне вон то? Мне нужно было бросить ему... Ах ты. Ты ж ёпперсет, а как бы я ее поджег? Ему нужно было просто бросить эту палку, он бы сам ее поджег. Теперь мне придется. Бежим. Когда нам подобрал, that'll do nicely. Спасибо. Идеальный бросок. Ну возьми ты чертову палку, безрукий. Блин, чувак, ты баран или где? Вон я тебе палку кинул, ну чтоб тебя. Блин, я не понимаю эту игру, серьезно. Я тебе кинул палку, подожги и пройди, пожалуйста, будь человеком. Что утырок-то такой? Я тебе пытаюсь помочь. Да, я это и делаю, игра, спасибо! Я пытаюсь бросить ему эту сраную закорлючку, на! Пожалуйста, подбери, подойди сюда, будь человеком! На! Но оно же долетает к нему! О, это просто... Мне сейчас... Там у него палки остались, да? Пойдем. Я не знаю просто, что с этой игрой не так, почему это так происходит. А я туда к нему уже не попаду, да? Да, а тут оно уже не это. Ну-ка сюда. Пробуем еще кое-что. Насколько эти палки... Она просто там остается, да? Ну... Ну игра! Ну она же прямо к нему-то! Ладно, давайте, знаете что, погодите. С контрольной точки. Сожрите эту скотину тупорылую, пожалуйста! Мои
комментарии тут просто. Это настолько криво все. Почему это так криво? Почему это так криво? Стой, брось, фу, брось каку. Так, у нас тут то, что надо. Хорошо, крути, инвалидка. А, теперь это работает! Почему это сразу не сработало? Тупорылые уроды, блин, ненавижу вас. Так. I'm stuck. This thing is locked. I'll take care of it. Now we've got another hay bale here. I light it up. We run. All right. Stay warm. Так, погоди. Сначала вот так. Теперь. А, да, давайте огонечком. Да не туда, беги сюда, тупая овца. Беги! Офигеть, взяла просто застыла там. Так, везде по два надо, поэтому тут бесполезно. Офигеть, это такие тупейшие, наитупейшие, блин, баги. Я просто не знаю, как. Настолько нужно ненавидеть свою игру, чтобы вот так вот все работало. У меня нет слов. Иди сюда, калека. Sorry to interrupt, but we should move on. And there's a damn chain blocking us. We'll take care of it. Ну давай. It controls a ferry. We don't need a ferry. We need that chain loose. There's nothing on our side. It's rusty. Oh, or something. Maybe on the other side. The ferry could take me there. It's a bloody mess under that pontoon. There must be something jamming the chain. How do we get down there? We'll find a way. Конечно, конечно. Они делают проблемы, потом... Ты не можешь туда спрыгнуть? Ты мне предлагаешь туда идти? Нет, тут уже все завалило. Хорошо. Ну-ка. Lucas, I need you to take care of this. Naturally. Naturally, конечно. There's a hole in the planks here. Да, давайте таскать тележку с камнями в одно лицо. А, тебе нужен этот... иди сюда, Вот это вот держи. Мелкого загружаем, короче, по полной. Давай, тащи. Я пройду? Давай, давай, окунись поглубже, я не вижу, что там на дне. О, смотри, какое лицо. Смотри.
двигали-то, пауза нажалась, я ничего не нажимал. О, посмотри, посмотри на этого чела. Так. Вот тут еще один чел. Ты вот сюда нагнись поближе. О, тут еще лица, смотри, смотри. Познакомься со своими новыми друзьями. Это ж вы все сделали, уроды. Вот сюда, давай, вот сюда. Давай селфи сделаем, погоди. Вот так вот. Смотри, с вот этим вот лицом. Отлично будешь вместе смотреться. Надо будет протолкнуть сейчас трупешник. Ой, какой ужас. It's done. Give it a try. Как ты еще не блеванула? Да! Отвези меня. Отвези меня. Конечно, не его вина, вообще ни разу. Ни на секунду. Magister Vaudin was not a nice man, I know. But this will be different. His island, mother. Not now, Amicia. Fine. Fine. Оба. All right. One way or another, that chain has to go. See anything? I'm looking. Я ищу сундучок. Мне нормально. There has to be something here. Так, сбить противовес. Та тупая, что ли, на? То есть металлическое кольцо, которое держало вот этот грузик, сбивается камушками с прощи. Да. Lucas, can you make it now? I'll find a way. All right, I'm on my way. Be careful. Stay safe. Yes, да, stay safe. I don't care about being safe. This is all about Hugo, mother. I know you don't trust me, but just listen to him. Calm down. Focus. Lord, how do I cross that thing? Yet another mess. Calm down. You're troubled. And you know why? The island. Oh, you'll figure it out later. Stay focused. Тележка? Какого фига? Погоди. Я думал, мне туда. Не, ну так-то ладно. Да, тележку покатаем. Ох, там крысюков на той стороне прям хорошо. Ну, да боком же ж ты. Сюда, сюда, туда. Извините, что? Типа что-то где-то сбить? Может, снизу? Нет. Ну, скорее всего, да, вот этот мостик, он как-то что-то его держит, наверное. А, вон.
Блин. Кривота 80 уровня. И вот сюда. Идем в противоположном полностью направлении, ну как бы пофиг вообще. Если игра идет сюда, значит надо сюда. Так. А это... Погоди, это ж у нас vantage point получается. Это тут не проход, это именно зона для выстрела. Куда-то, чего-то. Тут ничего не сделаешь. Может как-то... Блин. Погоди. Мне нужно добраться до лодки. То есть мне, по идее, нужно просто... Это место для выстрела. О. Это место для цветочков чертовых? Погодите, вы хотите мне сказать, что это бесполезная площадка? Манал я такие бонусы. Значит, я был прав насчет того мостика, что он там просто разбивается как-то со стороны и все. А, мне сюда эту фигню надо. Да ну за... Нет! Толкай дальше. Недалекая. А тут же тоже... Так. Куда? В эту сторону. А это для... Извините. Ладно. Сейчас. А как? А, мне перевести тележку надо будет. Ёпарасоте. Вот, теперь эту штуку тут можно разбить. Я же говорил, что тут этот мостик, который должен падать. Блин, это... Да, заткни, хлебало! Нет, ребят, это не головоломка, это просто тупость. Серьезно, вот это вот все делать. Идите к черту. Да, да, именно так. И теперь нам нужно эту штуку перекинуть сюда, чтобы залезть. Иди сюда. Так, тащим повозочку. Интересно, там внутри камни. Да иди ты уже, камни внутри там есть. Это же каменоломня все-таки. Она так подтягивается магнитиком аккуратненько. Он обоих убил топором.
me go! Let me go! How do you like that? Lucas, are you alright? О, мне все-таки дали пострелять с арбалета, прикиньте. Я трачу свой игнифайер или нет? А, в белые стрелять. Я понял. Беги, придурочный. What happened in the arena? And who is this Arno? He's a big problem you have now. We must leave. Ah. So here's the famous girl with the sling. But it seems you're pretty versatile when it comes to killing my men. Кстати. Let's go, now! Yeah. Try that. Ладно, ребят, все, давайте этот бред на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодшек. Всем покеда.